Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем Кену Мост Духов. И я не могу смотреть без улыбки на эту армию в шляпках. Смотрите, все в шляпках. Ну, практически все. По-моему, кому-то еще не докупил. Да, это моя армия. И один из этих ребят, вон, смотрите, в шляпе Лиси. Он модный. Эта шапка стоила 100 кристаллов. Я смог купить только одну. Это будет нашим предводителем. Так вот, мы идем дальше. Мы идем дальше. Нам нужно сегодня восстановить как минимум систему храмов в этой области, чтобы приблизиться к Тару, брату, которого мы ищем. Тех двоих. Как их назвать? Я даже не знаю, кто они. Лесные эльфы? Нет. Но тех двоих пухлышей. У меня все пухлыши. Эти пухлыши и те пухлыши, которые иногда появляются. Они, кстати, должны быть здесь. Ну, хотя я их здесь почему-то не вижу. Не знаю почему. Наверное, они в темный лес не пошли. Это охотник, который нам в этом поможет. Да? Давайте зажжем это дело. Пошло дело. Подожди, сюда могу стрелять? Нет, что-то нужно сделать другое. У нас наконец-то появился лук с бесконечными стрелами, который не очень быстро восстанавливается, к сожалению. Но хотя бы не нужно их искать. И теперь нам будет проще и интересней двигаться дальше. Привет, что скажешь? Таро часто приходил сюда со мной, чтобы ухаживать за храмами. Он любил эти древние деревья. Я отметил храмы на твоей карте. Хорошо. Сделаем, что сможем. Можем надеть маску. Посмотреть сразу, куда нам идти. Смотрите, сколько точек. Вот, кстати, печать какая-то, чтобы это не значит. Что это за знак? Он же не здесь, да, стоит. Это просто он насквозь просвечивается. К какому храму пойдем первому? Ну, собственно, тут выбор небольшой. Пошли. Куда-нибудь да придем. Все равно нам все четыре нужно восстановить. Побываем везде. Да? Думаю, что да. Только надо не забывать смотреть вверх. Теперь мы можем сбивать все, что плохо висит. И это будет правильно. Потому что деньги нам нужны. Да и на прокачку тоже нужно собирать энное количество душ, так я это называю. Вот там будет схватка, причем серьезная. Но мы пока туда еще не движемся. Так, это я уже захожу куда? Вот сюда. Тут тоже что-то есть. Сколько тут всего интересного? А, давай пока в ту сторону не идти, то там реально наваляют сейчас. А нам хотя бы надо прокачать еще пару навыков, было бы очень здорово. Так, тут есть сундук. Но как-то я не могу до него добраться. Ну да, меня отталкивать невидимая сила. Хотя, по идее, должен. Нет, второй раз нельзя использовать прыжок. Давай как-то... Хотя, по идее, у меня получалось это в прошлой серии. Блин, а ты не пробовал просто обойти, не? А что, вариант неплохой. А, тут стекло... Ну, ёж-моё, тут не, тут никак. А что же вы предлагаете? А, вижу, что вы предлагаете, только надо эту фигню открыть. Сюда можно попасть только с помощью лука, но как? Тленная стрела. Не открывается пока эта фигня. Там какой-то знак. Чего от меня хотите? Почему не могу... Почему я не могу дотянуться до нужного мне места? Ладно, давайте обойдем это дело. Сюда можно попасть, когда цветок откроется. А когда цветок открывается, в какой промежуток времени, я не знаю. Так, забирайте этот тлен. Все, что нужно для того, чтобы покупать вам шляпки. Здесь вот тоже какие-то интересности есть. Вон там что-то вдали сияет, что там вдали сияет. Может попробовать подстрелить? Тот подстрелил. Какие будут последствия? Казалось бы, тут небольшая локация. На самом деле, нифига подобного. Локация огромная. О, открылся, открылось что-то. Нифига, вот как это работает. И здесь я могу залезть наверх, либо запрыгнуть туда, да? Ну да, вот так это работает. Опа, что, маска что ли? Или это шляпка? Маска детей, доступна новая, это шляпка-маска.
Ясно. А это зачем здесь? Это, наверное, чтобы перебраться вон с того места. Да, скорее всего, так и есть. А, кстати, тоже что-то горит. Вон, видите? Ладно, я могу это, кстати, сбить. Не могу. Ладно, пошли обратно. Еще раз стоит туда залезть. Там на возвышении что-то имеется. Сколько тут всего сияющего. Да, нам надо перейти на ту сторону, наверное. Так, это мои кристаллы. И там какой-то портал, смотрите. Там охотник появился. Подождите, не все сразу, давайте постепенно. Слишком много интересных здесь уголков есть. Вот сюда сможешь залезть? Скажешь, сможешь. С луком мы теперь все можем. Там опасность, там тоже. Это, наверное, один из храмов просто находится на такой высоте. Я только что-то не понял, что я сюда попал. Ну, можно сбить вот эти ягоды, но я ж туда не залезу. Разве что вот так попробовать. Да, так тоже можно. Внизу это падение. Хотя там был спуск направо, налево. Ягоды я вижу, сейчас мы к ним идем. Тихо, не отпускай только. Чудесно. Не отпускай. Тут можно, конечно, отпуститься, прыгнуть туда и нас перенесет. Но ягоды. Сначала ягоды, потом все остальное. Есть. Так, жрем. Отлично. А еще есть? А куда остальные, интересно, делись? Или вы сразу все три съели? Но вниз хоть не упало? Надеюсь, что нет. Так, а что я уже могу купить? Из улучшения могу купить вот эту вещь, да? 150, а вещь классная. Либо купить вот эту вещь. Это 300. Начните схватку с одним тленным действием. Или 300 подсобираем. Давайте 300 подсобираем. Купим уже все нужные значки. Ох, тут так не получится, оказывается. Подожди, а это что? Ага, это чтобы сюда попасть. Отлично. Превосходно, замечательно. Мы разбились. О, меня сохранили как раз перед этим. Так я сейчас больше заработаю, получается, да? Да, прикиньте, меня сохранили как раз перед багом. Эти исчезли штуки. Я надеюсь, я сейчас больше получил. Это хорошо. Я недополучил две ягоды. Они, видимо, либо в текстуру ушли, либо просто упали вниз. Так, я думаю, нам явно сюда нужно. И явно использовать вот эту штуку. Мало понимаю, куда мы идем. Но в любом случае тут что-то лежит интересное. И это что-то. Почта духов собрана. Достаньте почту духов в деревню. А-а-а, письмецо надо отправить. Интересно, в какую именно? Ну, в деревню в эту, а в какой именно почтовый ящик? И вот это ради вот этого всего, да? Вот это было ради вот этой почты только. Все вот эти действия, да? Так подождите, если я сейчас упаду, я ж умру, да? Ну да, я умру. Как предлагаете сползать вниз? Тут же нет возможности. Ой. Что-то меня подвесило. Тут уж нет возможности упасть без последствий. Типа, ползи обратно, да? Круто. Я что хотел, думал, может аккуратно где-то спрыгнуть можно. Да нет, нифига. В любом случае сюда придется. Ну ладно, давай.
Так, а тут теперь как аккуратно. Так я аж в воздухе завис. Я ж не должен был умереть. Так, а почту духов я же собрал, надеюсь, да? Ну да, если я здесь появился. Как тут спрыгнуть, чтобы не умереть, а? Ну мне лень вот это вот, вот этим вот заниматься. Вот так. О, я жив. Фух, отлично. Осмотреть вокруг, может кого-то надо стрельнуть. Вообще нужен парашют тебе, я тебе скажу. Какой-нибудь. Все, я внизу. Ура, товарищ. Ну что, мы хоть к одному к храму подойдем? Давайте начинать, наверное. Ладно, подождите, сейчас еще тут посмотрю. Тут же каждый храм, это ж целая система, наверное, каких-то головоломок. Или еще чего. Почту, я ж надеюсь, мне сохранили, я забрал. Есть, да. Так, что тебе надобно? Тут есть один цветок. Тропа ведет к фонарной пещере. В ней должна быть реликвия, но нам потребуется огромная сила, чтобы пробиться внутрь. В смысле? Я и есть огромная сила. Цветок есть для лечения. Так, немного кристаллов. А это ж начало, да, было? Да, это начало, мы отсюда пришли. Мы шли, конечно, по другой дороге, но это тоже ничего. Так, ладно. И какая же сила нам нужна? Нас туда не пустят. Видимо, какой-то бой нужен, должен быть, или еще что-то должно быть. Пока не знаю. Разберемся позже. Так, этот сюда тоже нам нельзя. Я думаю, все храмы надо открыть, а потом тогда... куда-нибудь, да, попадем. Так, в это надо, наверное, пострелять. Зажигали. Зажигали. Это тоже не пригодится. И потухли. Или не потухли. Да, какое-то время они горят, эти вот штуки. И, наверное, надо очень быстро их зажечь. Так, чтобы их быстро зажечь, их надо еще найти. Но я вижу вот одну, вторую, третью и четвертую. Давай, тут на время чисто. Как раз у меня 4 стрелы. Давай. 3. Опс. Опс. Отвали. Еще летающий монстр. Отвали. Отвали, говорю. Что, заняться нечем? Что мы с вами сделали? Тут был проход? Я не знаю. Но мы вызвали каких-то тварей. Ладно, давай еще раз попробуем. Раз. Два. Три. И что? Ну, появляется не дальше. Зачем их призывать? Более его убил. Понимаю, что здесь нужно сделать, но прилетают какие-то совы, и что с ними дальше делать? Ну, прилетели, надо как-то это активировать, или добить, или добавить. Там тоже храм закрыт, но... Но что вы от меня хотите? Фас?
Так, это ж еда. А, это так сбивать-то. У меня просто столько способностей, что... Вы все съедите? Да, они все съедят. Столько способностей, что я даже не знаю, за что хвататься-то. Давайте, наверное, по одной будем есть. Они пропадают. Здесь такая... У них свойство пропадать. Наверное, надо сбивать по одной и есть. Так они точно не пропадут. Есть. 220, мы 300 собираем. Мы собираем пока 300. Куда его донести? И вот еще. О, плюс один. 21. Тоже зубастенький. Отлично. Ну, а теперь мы всемогущие здесь. Много всякого добра. Это мы сейчас только осматриваемся. Куда мне эту статую донести-то надо, а? Ты уже здесь? Быстрое перемещение. Имеется. Что здесь у нас? Пожар выжег ствол дерева-хранителя, но оно все еще живо. Его корни уходят глубоко в землю и соединяют его с древними храмами. Очисти храмы, и дверь откроется. А, это точка... Точка финальная наша. Вот сюда мы должны дойти. Сюда надо поставить 3. Одну я нашел. Это далековато. Вот сначала храмы, а это точка финальная уже. Так там храмы у Гогу. Попробую открыть. Так, пошли. За мной. За мной говорю. И нам надо еще 2 таких будет найти после этого. Куда это я иду? Не знаю. Так, не обращай на меня внимания, охотник, у меня тут работа. Мы с моей бригадой немного работаем. Давай, центральный. Так, один нашли. 240. Вот это надо вот активировать. Нет, пока храмы не активируют, не очищены, это не активируется никак. Я думаю, они недалеко должны валяться, эти штуковины. Вон еще одна валяется. Потому что реально тащить-то из другого конца мира, сами понимаете. Мяч, они все где-то здесь. Давай, давай, давай. Не знаю, для чего мы это делаем. Что это нам даст в этом углу? Не, ну мы-то по 20 очков зарабатываем все-таки, да? Не шутка ли? И где-то тут валяется еще третий. И он же должен быть в доступе. Не за деревом. Армия. Вот он последний, нашли. Давай его сюда. Не, берем, 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 берем. Шли. Мы точно сейчас получим новый навык. Когда дотащим это чудо сюда. Куда идти-то хоть сюда, давайте. Все, третьего нашли. Ставим на место. Что будет? Я прям в предвкушении, ну-ну. 280, шляпа для тленышей.
Шляпку мы добывали с вами. Шляпку оленя. Обязательно куплю ее. Так, а тут мне не хватило, да, чуть-чуть? Да, 20 еще не хватает. Ничего, мы это исправим. Так, ну я пошел заниматься храмами. По крайней мере, мы нашли последнюю точку, где мы должны оказаться после того, как очистим все храмы. Все. Начнем, наверное, с того, который вот тут находится. Мне прям сюда хочется зайти, а вам? Вот реально хочется посмотреть, что там. Ну не зря, вижу, не зря. Не зря-то не зря, но я не умею выныривать и выпрыгивать с воды. Видите, что происходит? Сюда я могу зайти с другой стороны, отсюда сойти. Ну да, если я сейчас сюда выйду, я попаду в новую локацию, которая до этого момента была закрыта. Ну да. Тут перестраховались, что я не попал. Ну ладно. А я думал, сейчас мое любопытство приведет меня в новую локацию, в которую еще никто не попадал. Подожди. Хорошо. Так, вот то место. Но тут нужно сейчас будет, наверное, что-то придумать. Сюда я уже обратно не залезу точно. Здесь это надо взрывать. Для этого нам нужно что-то вырастить. А чтобы нам что-то вырастить, для этого нам нужно что-то посадить. Быстрое перемещение готово. Ну, давайте попробуем активировать хоть что-нибудь. То есть ни один храм не очищу с таким подходом. Что-то изменилось? О, что-то изменилось. Вон что-то появилось. Ага. Вон опять что-то ушло под воду. И там ушло под воду. А, пока я тут стою. А мне не надо это зажигать? Да нет, это не так работает. Подожди, нам нужен кристалл. Кристалл, который бы передал бы энергию на соседний кристалл, да? Давай берем этот кристалл. Еще и квест. Это не просто там бегалка-стрелялка. Это очень умная игра. Смотрите, тут надо целые комбинации придумывать. Так это только один храм. Это мы работаем только с одним храмом. Так, мне надо, наверное, не достает он. Наверное, надо сюда. А, вон еще одна есть. Так, подождите, а ну идите сюда. Тут нельзя, тут нельзя. Вот тут же можно. Так, потом раз, два, тут третий появляется, ну идите сюда. Ну так, давай попробуем, не знаю. Судя по сальто назад, наверное, правильно. Подожди, ничего не делайте. Да, получилось. Запустили. Взрываем. Ух, ё. Это считается новой стелой? Нет, открытой, или как это называется? Применить тлен. Да, храм воды восстановлен, поэтому все нормально. Привет. Храмы построены в местах, наполненных могуществом. И их камни уходят глубоко и питают потоки подземной энергии. Ладно, это все хорошо, конечно. Но зачем нам вот эта капля?
Я могу ее взять и протащить сюда. А, вон, взорвать вот эту фигню. Ну, пошли. Все-таки нужна, да? Армия моя, вперед. Так, огромный чёт какой-то. Ай. Подожди. Разворачиваемся. Управление такое интересное. Могу представить, что там на клавиатуре, если бы я играл бы. Как этим всем управлять? Молодец. Что мы сделали? Я не знаю, наверное, еще надо где-то бабахнуть. Тут не надо, не? Ладно. Все, разбегайтесь. За мной. А это зачем? Пытаюсь понять, зачем это нужно. А, вот чтоб сюда залезть, да? Я и сам все залезу. Нет, я и так туда попаду. Значит, в другую сторону, минуточку. Вот сюда. Ну да, чтобы перепрыгнуть. А зачем? Эта дорога ведет куда? Угу, вижу. Что мы сейчас сделали? Я не знаю, что мы сделали. Наверное, сюда камень надо дотащить, чтобы его поставить. А потом посмотрим, что происходит. Да? Ну, наверное, да. Так, тащить сюда. Прикольно он ходит. Там ничего за ним не было. Так, вперед. Я не знаю, пройдет он тут или нет. Ну, наверное, должен, потому что больше ставить его некуда. Он идет, нет? Он идет! Огромный. Ну, давай сюда. Я нажал на пластину. Нет, только ногами надо нажать. Да вы шутите. Пошли. Только ноги, оказывается. Зачем она здесь тогда? А, так она открывает. Так, подожди, должна была быть нажатая. Не знаю. Ну, давай попробуем сюда. Тащите сюда быстрей. А ну тут поставьте мне эту штуку. Ну, неплохо. Да вы шутите. Ну я ж физически уже практически перепрыгнул. Ай. Кстати, вот, конечно, ограничения. Из-за них у нас проблемы. Ну я же это сделал. Ладно, тогда для чего нам еще эта фигня нужна? Берем, ребят. Хорошо, не я таскаю. Ну, тащите сюда, не знаю. По идее, должен был ее поставить и открыться вот этот цветок должен. Тогда я залезу наверх, мне кажется. Открылся цветок? Не открылся цветок. Ладно, тащите сюда его. Я не знаю, пусть пока здесь стоит. Там просто с той стороны тоже есть, видите, эта фигня. Вон. Это мост. Мост, который можно будет сделать как-то. А не тащит, нет? Пытается. Чуть как-то медленно. Ух ты! Я тут что-то активировал.
Этот камень не для этого, ребята. Я без всего активировал. Подожди, куда что проход? Ладно. Камень для чего? Вот для этого. Блин, я два раза здесь прошел. Понял. Но все-таки мы истину-то нашли. Вот куда надо было. Я что думаю, если есть камень. Три раза пронесли. Моя армия меня ненавидит, наверное, уже. Мы застряли. Давайте так попробуем обход. Так, туда давай. Моя армия меня ненавидит. Так как-то не обратил на рисунок внимания. Есть, я здесь. Все оказалось намного... А что тут надо делать? А что тут появляется эта штука? А-а-а, вы такое можете сделать? А куда это вы понесли? Все, проход открыт. Я, кстати, там что-то вижу. Так подожди, а храм воды? А чё я не могу его активировать? Сколько интересного вокруг. Я попал. Подожди, храм воды. Я что, должен в него выстрелить или что я с ним должен сделать? Да нет, он уже активирован. Нет, все, храм воды можно оставить в покое. Да, все, храм воды точно. Мы его зажгли и все, пусть работает. Тут проход теперь есть. Сейчас посмотрим, что здесь. Юху, мы дошли сюда. О, тут тоже что-то есть. А, я знаю, что это. А я знаю, что это, если добегу, будет круто. А ну давай его сюда. А ну тащите сюда быстро, 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 быстро. Я управляю. Надо понять, кем я управляю. Кеной или вот этим вот существом. Давай туда. Давай, давай. Блин, это круто. Это непередаваемый опыт. Управлять сразу двумя персонажами. Двумя стиками. Сюда, что ли? Да. А что, да, там... Там чувак у нас, вот он, пожалуйста. 22-й. Тяжело ты нам дался, друг. Это кто звук этот издал? Так, туда может тоже попадем, без проблем. А, и сюда надо дотащить. Ёж-моёж. Вот для этого это и открылось только. Только для этого, представляешь? Ну, давай еще раз попробуем. Ползи. Чем дальше я захвачу, тем меньше мне надо двигаться. Так я управляю только одним. А как мы с тобой по бревну пройдем с таким управлением и камерой? Ты знаешь, как мы с тобой по бревну пройдем? Не знаю. Наверное, стоит одному стоять, а второму вести. Все, ты перешло. Оно перешло, только не трогай, не управляем. Быстрей, 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 быстрей. Давай. Фу, целая испытанница. Мы активировали его. Все, я могу купить себе, кстати, навык. Улучшение, вот, у меня будет теперь одно тленное действие в начале боя. Все шикарно. Еще одно останется. То есть по прокачке мы видим, что игра небольшая, судя по всему. Мы уже прокачали больше 50% умений. Вот что-то еще. А зачем это здесь? Знаете? Вот это. Откуда я сюда должен был попасть? И вон там вот это, смотрите. И вот здесь вот это. Хм. У нас же там есть тоже цветок. Тут и тоже выше можно попасть. И здесь есть такое же. А может, я тлены туда доведу? А что? Там домик. А реально я могу это сделать? Тут
Лучше, конечно, я делаю это сверху. Не, по воде не могу. Перестраховались, ну ладно. Так, пошли по мостикам, которые мы с вами активировали. И там что-то есть. Что вот здесь? Куда этот подъем? Где ты? А, это ты уже был. Все, по мостикам к следующему храму, давай. Тут мы уже все исследовали. И там еще много чего есть интересного. Можем прыгнуть сюда, можем по мостикам. Но по мостикам я не выплыву. Ой, без мостиков я не выплыву, да. Мне надо именно ходить по мостикам. Правда, куда я так попаду, конечно. Нет, выбраться можно. И есть. Ну, он уже активирован, поэтому, наверное, он меня игнорирует он. Так, ну там смерть, я думаю. Злой сундук. Вон там находится. Ух ты. Ага. А злой сундук — это плохо. Могут набить морду. Давай. И что, мне здесь надо уцелеть будет? Ну, давай попробуем. Победите всех врагов, прежде чем выйдет время. А сколько времени? А сколько врагов? Да ладно, это было просто. Я думал, их больше будет. Ну, конечно, ради вот этих штуковин как-то не особо хочется стараться. Ну ладно. Что есть, то есть. Так, сюда я не смог вылезти. Там тупик. Но сундук открыли. Ну давай еще, чтобы не разбиться, то мало ли. Падать тут высоко нельзя, с высоты большой. Все, один сундук нашли, их всего два на карте, да? Да, два на карте, и почта духа, кстати, два, две. Две посылки надо будет отправить. Ну, тут интересно, а там что, дупло какое-то, ну, минуту. Да, это выход к храму, а это... А здесь у нас друг сидит. 20 какой? Третий? Я уже сбился со счета. Мощь растет, моя армия. 23. Ух ты, все нельзя. А я-то надеялся. А я-то верил. Вот это надо бомбануть как-то. Как мы это бомбанем, если по воде нельзя таскать капли? А нам нужно это бомбануть, потому что мы не доберемся до тележки. А тележка нам, собственно, и не нужна, это, собственно, сильно. А, даже так. Даже так. Нормально. Воду нельзя. Вода опасная. Что нам тут надо, интересно, делать? Блин, вот это отталкивание. Такая хорошая площадочка.
А я могу их перетащить, кстати, смотрите. Может, она пройдет через воду? Вполне. А чё я тогда стесняюсь? Давай сюда. Мы все взорвем сейчас. Бомби. Не, да. Это нельзя сделать. Это нельзя сделать. Я думаю, все можно взорвать. Нет, не все. А вот эту можно было взорвать? Вот это, наверное, было взорвать, мне кажется. Да, скорее всего. Я не туда поехал, малость. Еще раз можно? Дайте мне еще одну. Не-не, не камень, не камень, не камень. Что ты делаешь? Дай мне, давай. Тащи сюда. Вот эту, хотя, наверное, вряд ли, но я попробую, конечно. Что тут взрывать решил? Да нет, я не буду взрываться. Ладно, спасибо, что приехали снова. И что нам делать? Ну, в принципе, надо, да, наверное, туда как-то попасть. О, подожди, отсюда можно. Еще раз так же, только зависни. О. О. Что это? А, это испытание. Это испытание, которое нужно пройти и прямо отсюда. Блин, а конечно, нам в храм попасть. Ух! Давай, поехали. Собрать. Там у чувака освобождали, получается. Угу. 24-го, между прочим. Открылся проход теперь на ту сторону. Ну, я, конечно, рад очень, но как в эту сторону-то? Что с этой стороны-то? Это мертвая территория. Ладно, у нас есть теперь эта часть. Можно попасть туда. Вообще можно было, да, по правилам? Или я попал с помощью какого-то бага, наверное, сюда, да? Давай сюда меня. Хотя зачем я же здесь был, если я сундук открыл? Ладно, даже не храм. Нам все-таки нужно в храм лесов. Каким-то способом давайте его обходить тогда кругами. Нет, тут я был, тут ничего такого не произошло нового. Храм лесов. Как же нам тебя штурмом-то взять-то, а? Закрылся со всех сторон всякими... А, вон красный что-то там. Подожди. Ну, давай сюда. А, блин. Тут, надеюсь, в текстурах нельзя зависнуть очень сильно. Наверное, нет. Вот, я... Вот сейчас будет битва, наверное, да? За лесной храм, правильно? Ну, по идее, должна. Да, поехали, наконец-то уже. Ого, здорово, какие. Выйди нафиг. Я с ним разобрался. Все, сейчас его... Сейчас его не будет. Там сзади кто-то крыльями шевелит. Все, мы его убили.
Больно. Снайперы. Порешали, нет? Мелочь пошла, внимание. Не только. Хорош. Хорош. Я осматриваюсь. Так будет сказано. Тут очень мало места. Подожди, я снайпера убью. А потом уже с вами разберусь, сэр. Или нет. Или нет. Хорош. Так это уже хорошо. Так уже хорошо. Супер выстрел свой применил, наконец. Серьезная была банда здесь. Окей. Так это мы лесной храм отбили. Уже сейчас. Давайте. Сундучок вижу. Второй. Эти ручьи берут начало из тающих снегов вокруг горного храма. Эти воды священны. Так, прикольно. Второй есть. Восстановите храм рыбалки. Это все далеко отсюда, нам туда еще не надо добраться. Вон висит еще кое-чего. То есть я могу теперь пойти купить шляпки, да? Ну да, я могу теперь перемещаться побыстрее. Если мне надо, например, попасть туда. Там уже зло ушло. Могу и своим ходом, конечно. Тут перекрыто было, поэтому были проблемы. И вода была красная, это проклятие было. Ладно, давай сюда. Тут же ничего нет такого, чего я не увидел. Ой, есть, блин. Давай в эту область. Так, и тут теперь мы можем купить что? Правильно, шляпки. Все живы? Да. И здесь был сундук, да, по-моему? Да. Тележка со шляпами. Круто. Немного денег. Ну что, кто там у нас без шляпки? Сейчас вы получите уникальные... А, это вниз упасть. Очень уникальные вещи. Просто невероятные получите вещи. Привет. Сколько у нас чуваков без шляпок? Раз, два, три, четыре. Четыре чувака без шляпки. Поэтому мы покупаем шляпку желудь, потому что у нас такой нет. Одно. Еще три надо. Шапку олень, кстати. Первый наш рогатый будет. И маску для детей. 500. Я бояться буду этого пухлыша. Ну ладно, я купил. Все, остальные пока недоступны. Все, я все купил. Да, пропусков нет. А ну покажите мне этого монстра в маске. Где он там? Олень появился, но олень еще ладно. Но монстр в маске — это что-то с чем-то. Так, тележку нашли, нашли. Почта духов, храм цветов, шляпы 3 из 6, 4. Это я вправо и смотрю этот верхний угол. Почта духов еще одна осталась. Все, пошли, наверное, рыбалкой заниматься, да? Ну да, пошли по дороге. Можем, конечно, телепортнуться сюда побыстрее, а можем и не делать этого.
Ладно, пошли своим ходом. Может, что-то найдем. Половина этой территории уже, видите, очистилась. Уже здесь приятно ходить. Уже вода, зелень, воздух. Че-то на этот камень не можешь залезть. Можешь. Смотри только по сторонам. Вот это я не понял. Как тут начать бой, сражение, битву? Или что, что это такое? Как с этим бороться? Что с ним нужно сделать? Почему оно не открывается? Какая сила нужна? Во что стрельнуть? Не пробьем. Тропа идет к фонарной пещере. У нее должна быть реликвия, но нам потребуется огромное сила, чтобы пробраться внутрь. Ладно, может, сила после очищения храмов появится у нас? Ну, там... Ну, это, собственно, и есть храм рыбалки. Вот туда нам надо попасть. Но как? Вот тут какая-то хрень появляется, когда я стреляю по этим штукам. Появляются мухи. И что мне с этими мухами делать? Ну, убью их, а дальше что? Не совсем понятно. Может, они просто мешают, и мне надо продолжать стрелять и дальше? Так, налетайте, это еда вообще-то. Эй! Кому я их выбросил? Так, они на плотине, не повсюду. Здесь есть несколько старых изношенных вершей. Простая, но действительная конструкция. Чего? Надень маску. Это воспоминания этих самых этих близнецов. А это, собственно, и есть этот Тар. Так мы хорошо зашли. Это у нас третий храм. А этот храм божественного дерева пока еще недоступен. Как же нам залезть сюда? И вот это не совсем, я тоже понял момент. Как, что и куда здесь надо активировать? Ну, активирую я пчел, появляются они, но убиваю я пчел, и что? А, так цветок, наверное, открывается, да, в это время? Может, надо было взорвать цветок? Ну, это и есть, собственно, этот храм рыбалки. Вот мне надо его как-то и, собственно, обыграть. И раз. Два. Три. Четыре. Открывается, нет? Я не понял, что надо делать. Ну, стрельнул я несколько раз, а далее что? Подожди, я в эту пещеру еще не ходил. Давайте пока отложим это. Ну, убиваю я этих. Может, их убивать не надо? Тут еще какая-то тайная местность. Я тут не догулял. Вот сюда давай. О, я же говорю, не догулял. Ешьте. Съели? Я не знаю, как вы будете теперь питаться. У вас все больше и больше еды. Количество еды не увеличивается. Так, ты уже назад несешься. Так, пещера вверху. А чтобы в нее попасть, нужно пройти через врата. Вот эта пещера. Про нее-то и говорилось. Тут я, конечно, был уже. Ну да, я там я был, там я стрелял.
А в эту пещеру я не попаду своим ходом, ну да. Хотя... Не. По камню можно было взалезть, но меня тут не пускает игра. А это что такое? Злой сундук? Ни хрена себе, это два раза прошел уже. Побейте всех врагов, прежде чем выйдет время. Ты серьезно? Их всего пять. Что еще? Блин, так это крупный. Да вы шутите. Он же реально крупный. Он же реально крупный. Где эта мелочь осталась? Ох, успел. Последний момент уже. Фух. Ну, крупного надо было, конечно, брать. Да, подожди. Да, мы нашли еще. О, тут шляпочка. О, кто-то будет у нас с этим. Таро, кстати, доступна шляпа для тленышей. Шляпа Таро. Кто-то будет очень почетным носителем этой шляпы. Так, это мы нашли. Что делать с рыбалкой? Храм. Дошли обратно. Сундук хоть бы, я не знаю, сигнал какой-то подал бы. Мы обратили на него внимание. Молчит, стоит. Может, вот тут надо активировать или еще раз их активировать? Давай попробуем. Я не буду их сейчас убивать. Посмотрим, что дальше делать. Они меня убьют, да? А, неправильный порядок. Я понял. Я допёр. Неправильный порядок. А как же узнать, какой правильный порядок? Они все сияют. Как узнать, в каком порядке правильно? Я начинаю всегда с этого. Давай начнем с этого. Я начинал с этого. Давай в обратную сторону. Мы ж против часовой стрелки. Нет. Вообще не пойму, чего от меня хотите. А в каком же порядке тогда нужно набирать? Вы серьезно думаете, что я должен это знать? Короче, понял. Неправильный порядок, но... Но тут 4. Попробуй 4 правильно набери. Ладно, рыбалку пока оставим. Я не знаю, что с ней делать. Дай богу. Нам тебе надо залезть на вот это дерево. Или на вот это. Это, конечно, хорошо. Но в любом случае надо залезть на это дерево. А тут нет цифры никакой, номер один, там номер два. Нифига, просто стрелять надо, да и все. Хоть бы порядок установили. На это дерево надо залезть. А чтобы сюда залезть... Нужно очень сильно постараться. Я офигеваю. И там проблемы.
Ого. Давай начнем с этого, я думаю, ну хотя бы на какое-то поднимем все возвышение. Я думаю, попробуем посмотреть здесь. Может, еще это не дать, хотя я здесь уже был. Но все же. Отсюда виднее, хотя бы, по крайней мере. Вот туда бы как-то вот попасть бы. Вот это. А, так я там был. Так подожди, я ж там был. А на моменту, я ж там был. Я там был, был, был. Нет, не падай. Левее. Ну, бросай. Тут я не пойму, почему я туда не могу. Вот это не активируется. Должно ж. А, должно. Должно и работает. Все, я почти дошел. Да, я тогда просто не посмотрел, когда здесь был. Это хорошо. Правда, теперь оттащил этот отсюда. Вот. Так, а сверху не видно, в каком порядке надо активировать. Рыбака. Не знаю. Ладно, давай сначала с этим разберемся. Это еще не факт, но что мы с этим справимся. С третьим храмом. Ползи. А назад мы уже точно вернемся. Так, враги. Что-то большое. Это лемур, блин. Ох, ё. Я его убил. Ой. А это кто? Чего? Беги! Мы живы, нет? Ну и да. А где еще один лемур? А, вон он. Тихо. Ну тут уже... Тут уже без вариантов. Хорошо, что сохраняют часто. Ну туда, выжить перестрелки. Но сейчас щитом надо будет пользоваться. Ну и лемура желательно пристрелить первого. Так, давай. Дальше. Нам закрывать на дырку. Значит, нам конец. Типа что, не конец? Задолбали. Да сдохнешь ты уже. Все. Нет, не все. Нет, не все. Она меня еще и сбросила. А где лемур теперь? У меня над головой сидит или что? Мне надо перемещаться по островкам, понятное дело, и вести огонь. С одного, то с другого. Да, он надо мной, скорее всего, сидел в данный момент. Почти победил.
И уворачивается. Так, надо действовать. Держи. Вот так будет с каждым. Да, тут перемещаться надо было. Этого болемура мы бы не подстрелили никакой ценой. А тут даже удалось. Что-то интересное. Ладно, давай сломаем, а то сейчас упадем, заново придется. Ладно, этот храм мы тоже распечатали. Что делать с рыбалкой? Говорят, что храм олицетворяет хранителей леса. С такой высоты легко вообразить, что они присматривают за этими землями. Да, уже весело постреляли. Это типа спуск вниз, да? Да. А это зачем здесь? Офигеть, а зачем это здесь? А, чтобы взорвать внизу. А как я сюда затащу, интересно? Интересно. Ну, давай сюда посмотрим еще, что тут. Тут цветок был, уже не нужен. Там вниз спуск, подъем. Сундук. Нам надо затащить, короче, сюда каплю. Вернее, не каплю, ну да, каплю, по идее. А вон она, вверху. Что это вверху? А капля! Офигеть! Нашли, прикиньте. Она оказалась вверху, на самой вершине. Спрятанная. Вот это спрятали. Теперь у нас есть вот это. Теперь мы становимся сюда. И с этим вместе должны спуститься вниз. Давай. Так, занимай места. Согласно купленным билетам. А, так я не могу. Вот одна и та же кнопка отвечает. То есть я должен стрельнуть и успеть нажать, что ли? Ну да. Быстрей, быстрей, быстрей. Да, тут есть доля секунды есть, чтобы успеть это сделать. Так, ну надо вот эту фигню взорвать, не знаю зачем. Очередной алтарь. Так, вниз не падать, назад уже не вернемся. Так, это еда. Если хотите, ешьте, хотите, не ешьте. Ваше дело. Вот как это работает все. Ну, это, конечно, хорошо, конечно. Это все здорово. Но у нас, блин, остался последний храм рыбалки. Я совсем не знаю, что с ним делать. Ой, честно. Вот я уже внизу. Три храма разблокировали. Три. С четвертым непоняточка. В каком порядке нужно стрельнуть, чтобы активировать все это... Все это дело. Может, вот по этим флагам посмотреть? Это одинаковое нарисовано. Да нет, не одинаковое. Что значит эти флаги? Не знаю.
Ну что? Я, по-моему, нашел решение этой головоломки. Я был везде. Я смотрел, читал флаги. Я читал вот эти вот палочки. Считал узлы на веревочках. Пересчитал вот эти листья. Нашел цветок папоротника в конце концов. Дождался уже. Просто Иван окупал. Уже 10 раз прошло, пока я нашел. И разгадка оказывается все-таки вот в свечах. Порядок свечей, да? Что, куда надо нажимать? Смотрите, это первое. Вторая получается туда. Это третье. Нет, это четвертое. А это третье. По свечам, оказывается, на пьедестале. Но на них я меньше всего смотрел. Ну ладно. Это, в принципе... В принципе, я знал, что где-то подсказка должна быть. Потому что если выискивать самому это все дело, это ничем хорошим не закончится. Хотя, по-моему, эту комбинацию пробовал. Три. И несколько раз, по-моему, пробовал. Да, сработало. Странно. По-моему, я такую комбинацию пробовал. Ладно. Я думаю, многие тут зависнут на некоторое время. Потому что на свечи я бы внимания не обратил. Ладно, это было очень просто. Это была самая простая, наверное, из всех задач. Но она оказалась самой долгой. Мы за сколько? Три раза пробежали вперед-назад? Но я искал подсказки где угодно, но только не на алтаре. Представляете? Детишки часто рыбачили в этих ручьях вместе с Таро. В тиши леса, мне кажется, что я снова слышу голоса. Они все чувствовали себя в безопасности в этих лесах. Ты хорошо их обучил, Русу. Ладно. Все, мы все храмы разблокировали. Чего я сюда не могу войти? Не знаю. Ладно, пошли завершим вопрос с храмами. Ну, головоломка хороша, конечно, вы что? Свеч. Пока свечи не нащупал, что что-то с ними не то. Какое-то странное количество их повсюду. Ну, на свечи я не обратил бы внимания бы. Еще долго бы, если бы не начал искать подсказку на листьях. Сколько рыбок плавает возле нужного этого постамента. Уже все обыскал просто. Ну что, заходим? По идее, должно уже сработать. Капитан Росток. Очень рад. Очень рад. Ты зря сделал все. Ты что, охренел, что ли? Вот гад. Мне бы только вылечиться, конечно, было бы неплохо бы. Беги, беги. Все, прибежали. У меня кончилось здоровье. Хороший мужик. Достойный. Сейчас его. Тихо. Отлично. Ну и тут серия еще. Серия ударов. Ах ты ж пес эдакий. Хорош. Серия из трех ударов. Да, на третий удар он меня убивает. А прыгучести не хватает. Мы не в силах от него убежать. Поэтому тут надо использовать щит, который не очень люблю, честно говоря. Я прощу его, конечно. Ой, хорош, попал он прямо в горло. Че ты танцуешь? Тихо, не знаешь? Серия из трех ударов. А я и так могу. Я по-всякому могу. Так, мне надо забрать. А вот знаешь что? Это конец. Да. На еще. На еще.
На еще. И я пошел. Все, можно догнать. Ну все, прощай. Даже не вояка. Не, ну хорош, конечно. Если так вот пробовать от него, у него увернуться от него, то это будет сложно. Мне что надо делать? Я закрыт. Я вхожу. Зажечь все надо, да? А, все. Мы это сделали. А вот, собственно, и Таро. Ну, его... алтарь или могила. Шляпка такая у нас уже, кстати, есть. Алтарь его, да. Мы оставляем подношение у дерево-хранителя и просим ее защитить наших близких. Таро оставил это для детей, я уверен, что он сильно перепугался, когда их потерял. Первые вожди деревни оставили здесь много подношений. Умелые охотники использовали энергию духов для создания могущественного оружия. Я уверен, что дерево-хранитель не обидится, если мы возьмем их, чтобы помочь Таро. Обнаружена реликвия. Подношение еды. Сожаление Таро, вычистите скверну в фонарной пещере. Ну да, теперь мы можем с вами попасть в фонарную пещеру. Туда, куда я пытался проломиться все это время. Так, а если так надеть маску и так посмотреть чисто, знаете? Опа, прям что-то рядом. Прям вот тут. Я опять завис. Нет, нормально. Говорит, туда идти. А там все нормально, типа, да? Или это пещера? Ну, возможно. Так мы туда и идем. Хотя нет, это где-то выше. Пещера там. А вот тут что? Прямо тут? Нет, не тут. Надо обходить. А, так это может быть как раз в этой пещере, собственно, куда мы и прём с вами. Опять этот алтарь со свечами, видеть его не могу. Да нет, это вот тут прям. Хотя это оно и есть, да? Да, это за ним. Это за ним, за ним, за ним. Ладно, пошли. Пещера открыта, да? Нет. Опять мистер Росток. Кто это? Что за ведьма? Маг. Тихо. Мочи тетку. Давай в глаз. Отлично. Ее давай. Ни в чем себе не отказывай. Эх ты ж собака. Ой. Ой. Да чтоб тебя. Убей ее. Она вылечилась. Да вы шутите. Помогите. Она еще и лечится. Ё-моё, так это будет вечный бой. Больно. Спасите. Спасибо.
парень. Иди учи уроки. Спасибо. Беги. Ах ты ж. Блин, так это непобедимая тварь. Убивай ее. Люди, так она лечится. Скажите, как же ее убить, если она лечится? Ни хрена себе, боссы пошли. Это нормальный уровень сложности. Это нормальный уровень. Пока. Убили. Слышите, а хороша дама была. И лечится на 100% здоровья. А я могу вылечиться один раз за битву, между прочим. Мы разблокировали это дело, можем теперь войти. Так, а, у меня ж много улучшений, я про них и забыл. Так, прыжок этот хороший. Прыжки нажмите оп-оп-оп. 150 нам обойдется. И можно купить теперь вот это еще расширение, улучшение, прочность щита. Я им хоть и не пользуюсь, давай его добудем. Все, это я сделал. Теперь можно улучшить вот эту штуку. Ну и все остальное. Так, старик, что скажешь по этому поводу? Я не знаю, что за скверна ждет тебя в фонарной пещере, но боюсь, дух Тара будет биться до последнего. Мы и Тара всех отмутузим. Верьте в нас. А ты не мог это раньше сделать? Чтобы мы эти храмы не защищали. Все, он ушел домой, у него мультики. Ладно, а нам сражаться, пошли. Тут, кстати, еще не найдено все, да фига, только сундуки все выкопал. А это как мы пойдем? Это по новому маршруту? Да нет, пойди по старому. Сколько тут скверны, ой. Чувака сейчас добавим. Не добавили? Странно. Тут пойдем наверх. А здесь... О, нашли одного. Или не нашли. Зло! Вот это выкопали. Межглаз. И туда же, и туда же. Короче, под одним камнем лежит наш соратник. Под остальными лежат враги, да? Находятся, да. Нам пока не везет очень сильно. Эти с топорами обречены, конечно. Когда у меня появился лук, у них нет шансов добежать даже до меня. Чувак, ты нам тяжело дался. Он в маске стоит, этот пухляш. 28-й. Ну, я пошел дальше. Так, внимание, тут зло. Хотя это зло можно сломать. Разбить и получить доступ к тележке. Получили доступ. Да нет, это не тележка. Тележка слева, наверное, была.
Да нет, и здесь не тележка. Где ж тележка-то? На этом старом походном снаряжении виден символ лисы. Да не спеши ты. Пытаюсь как могу догнать. Еще одно воспоминание Таро, да? Тут ему конец и настал. Опять. Ладно, падать не стоит. Так, подожди, а где тележка? А, она выше находится. Это мы понял. Тут же все перепутано, но чуть-чуть дальше. Ну ладно, обойдемся без тележки. Тут нужен... Нужна оживительная влага, но как ее добыть? Где-то отсюда надо ее тащить, да? Тут вообще все заплесневело. Там враги. Я ее вижу. Работает. Конечно, надо заставить кристаллы работать. 5 кристаллы, да? 5 это невероятная головоломка. На маску. Какой-то есть кристалл, а что дальше? Откуда-то надо привезти. Откуда? Ну, он прям горит вот. А, вот горит, нашел один. Тут тоже по очереди, или надо искать, в какую сторону листик смотрит? Возможно, надо искать, в какую сторону листик смотрит. Нет, тут настолько... Ну, там со свечами явно перегнули малость. Ну, до этого ж не было такого вот. А оно вон оно что оказалось. Тут понятно, тут оно хотя бы загорается по очереди. А там любую комбинацию бери, подбирай, пожалуйста. Так, тащи ее сюда. Попробуем пробить здесь. Еще раз. И, наверное, еще раз, мне кажется. Давай. Уйди. Контрольный. Так, это все, конечно, хорошо, там пещера была. А мы сможем засунуть это животное? Но оно может прыгнуть. Нет, оно разбилось почему-то. А тебя можно подсадить? Блин, а как же его затащить-то, а? Может обойти с той стороны. Хотя мы в любом случае сюда попадем. Там большой цветок, без него не пройти. Кстати, мы еще туда не ходили, а надо. Ну, тут еще что-то. Ничего?
Не врите мне. Не говори, что-то есть. О, это медитация. Ура, товарищ. Мы сейчас здоровье с вами повысим. Ну, это необходимо, конечно. Схватки все сильнее и сильнее, и серьезнее. Бьют-то нас все крепче и крепче. Ну, все, хватит, да, расслабляться. Опять они? Не вечно, что ли? Хорошо. Да нет, как-то это с пещерой то и не связано, может и связано. Сейчас я попробую супер прыжок. Это мой новый навык, но что-то он мне не понравился. Все, маху уничтожили. Ну да, мы с этой стороны заползли. Подожди, это ж оно. Еще не срабатывает. Ладно, не важно. Нас избавили от перемещений. С одной стороны, это здорово. Так, это мы просто пещеру соединим. Воу! А вы что здесь делаете? Фу, как тут у вас грязно. Давай еще. Это явно вход в пещеру. А ну можешь вот это убрать? Да, а то она нас тут мешает нам раз. Бомби. Прекрасно. Разорвали это так, разорвали. Ага. Пока. Это что за фонарь? Ну это вход в пещеру уже, да? Насколько я понимаю. Да. Ну там еще есть подъем наверх. Вот он. Что это за подъем наверх? А, тот, который был закрыт. Тут было наросло всякое говно. Так я сюда и не попал почему-то. А, так это и есть пещера. Сидим. Это не вход в пещеру, нам все-таки вниз надо идти. А ну дайте мне эту штуку. Не знаю, зачем она мне нужна. Зачем я пробиваю туда проход? Ну, что-то тут есть. Ну, вот зачем, да. Хотя бы вот из-за этого. Прелесть. Все, взяли. Ну, теперь, по-моему, только вниз. Хотя еще тут не посмотрел слева на местные пейзажи. И вот эту штуку что-то не разблокировал. Что-то не разблокируется, а? Вот. То-то же. Ну да, это наша местность. Там, где мы уже проходили. Ну а вход в пещеру, это вот эта вот часть. Вот это самый настоящий вход в пещеру, и назад уже дороги точно нет. Ой-ой, сейчас так темно-то.
сражаться. И пещера явно не маленькая. Стару, что ли, будем биться? Разблокировали. Быстрое перемещение присутствует, бояться нечего. Но схватка будет суровейшей. Так, я насобирал на что-нибудь, нет? Сюда 300 насобирать, добавить эту дополнительную стрелу себе. О, при выстреле по опутанному врагу, ну тут 200 надо. Расщепится и поразит врагов поблизости. Ну, в принципе, вещь хорошая. Ладно, подумаем, что купить. Ладно. Да, здесь будет битвище. У меня один цветок только есть. Ох, какой ты здоровый. Хранитель храма. Глаз. В нос. Простите. Здесь сюда. Пожалуйста, убейте его. Кто-нибудь, спасибо. Мне не надо. Глаз у тебя там был, да? А нет, это не глаз, это у него руки. Ой, красиво все. Как ты всех разбил-то? Красиво. В воздухе прям. Ну, крепенькая зараза, конечно, ничего не скажешь. Есть. Беги. Можешь сюда тебе надо попасть? Да, наверное. Помогите. Ёшкин матрёшки, даже экран завис. Ты что творишь-то? Беги. Да беги. Цветок. Есть. Глаз подбери. Хорош. Давай, добивай его. Не, он сейчас оживет. Давай, быстрее, он оживет. Есть. Фу, с первого раза убили. Ну, мы сейчас, наверное, воскресился. Он там начал что-то черпать силы, не пойми откуда. Но мы его растерзали, этот корень зла. Маску мы все... Скоро у нас супермаска будет. Сколько у нас добавилось этих... Освободите Таро с помощью реликвий. Фонарь. 31. У
215. Подожди, это что у нас? А, тоже. У меня тут выход только в одну сторону. Тут даже не пройдешь больше никуда. А, так мы выйдем, я знаю, где мы же там были, помните? Я не мог туда залезть. В лесу прям будет выступ. Так, есть. Немного сюда. Ну, круто. Подожди, где это? А, это я сейчас обойду дорогу и выйду, вот здесь мы выпрыгнем по этой тропе. Это Таро. Фонарь. Остановить фонарь? Куда его тащить? Я знал. Сюда тащите. Хотя нет. Это камень же с другой оперы. Где что поставить-то ваш фонарь? А? Сюда что ли? Фонарь куда тащить? Ну тут два горят. А, сюда же тащить, да? Ну давай. Так по мне он здесь должен стоять, наверное, да, где-то? Где? Не знаю. Где там точка, как, которая должна принять фонарь? Ну, наверное, туда потащили, не знаю. Ладно, бери и пошли. Наверное, сюда. Потому что дальше мы с фонарем не пройдем. Сюда, наверное, поставить. В эту область. Хотя я думал, это камень поднять надо. Нет, это не камень поднять, надо фонарь надо поставить. А я думал, там чувак еще один. Пухляж для нашей компании. Что мы сделали? Тут еще головоломище. Тут еще попробую выполнить. Вы что, шутите? Дальше куда она летит? Если бы я знал, куда она летит. Сюда. А теперь куда летит? Сюда. По-моему, мы спасли. Ну, не спасли, а сделали то, что надо для Тары. Я нашла фонарь Тары. Наверное, он потерял его, пока искал детей. Принеси реликвии к упавшему дереву. Настало время помочь Таре обрести покой. А где у нас упавшее дерево? А, там мы и были. Нет, конечно, хорошо все, но... Ну, неплохо мы побегали с вами. Сундук со шляпкой. Да, со шляпкой. Шишка. И тут мы так сами бежали, что реально можно было что-то и упустить. Ну, ладно. Это мы сейчас упадем здесь. Ну да.
тут я был возле этого, стоял, смотрел. Сейчас еще чуть-чуть осмотрюсь, это сюда потом забираться. Долго, сложно. Тут мы пробежали, все упустили. По сторонам не смотрели, что плохо. А может, тут ничего и не было. Да, это была головоломка, просто пробежать, прострельнуть во все, что только можно. Сейчас я там спрыгну, там будет быстрое перемещение как раз. Ну да, больше ничего нет, это лестница, и она никуда не ведет. Толпа моя бегает, их уже 4 десятка скоро будет. Правильно идем. Правильно идем? Правильно идем. Хотя, может, и не очень. И где тут быстрое перемещение? Оно слева должно было быть. А, вот он. Пошел. Есть. Давай перемещаемся. И нам надо вернуться вот сюда, я думаю. Забытый лес. Правильно идем? Я не могу понять, куда мы идем. Нет, неправильно идем. Разворачивайся. Это мы выходим из забытого леса. И идем к древу, правильно? Да. Шляпки нам не нужны? Да ну их нафиг. Потом как-нибудь купим. И тут много чего. Тут будет мега-супер битва, наверное, теперь, да? Это было просто супер битва. Это мега-супер-пупер битва, наверное. Так, я пришел. Что делать будем? Работает. Он напротив нас. Вот и он. Хьюстон, у нас проблемы. Хрена себе. Ребят, напали. Тут можно попасть в него только в определенный момент. Слушайте, эта игра ничем не уступает Bloodborne, я вам скажу. Вообще ничем не уступает. Он отбил, да? Оскверненный тар. У меня щит есть. Вау. Который сдержит любой удар. Упс. Я использовал
единственный цветок в этом. А, он еще один есть. Уйди. Уйди. Мне надо в нему в руку стрелять, но. Ну как это сделать? Больно. Ну попади ж ты в него. Что это было, я не знаю. Хвост попал. Да, что-то он... Вовремя. Вовремя очень, да. По-моему, он... По-моему, разозлился. Малеха так. У него какая-то вторая фаза началась. И он явно стал... Ужасней. Все, это конец, да? Ваншот. Может, конечно, ему в фонарик надо попадать. Все. Хороший воин. А, вот тут автоматически, ну... О, добивай, пока можно. Давай, давай. Таро молодец. Я ему уже, конечно, снес чуть-чуть. Ну, давай. Ой. Ой. Ой, попал. Блин, если бы у него больше таких пузырьков бы было... Там было брось мне рычать на меня. Это что, серия у тебя будет сейчас? Да. Я здесь. Ой, хорош. Жалко, стрел не хватает. Вот чего-чего, стрел бы нам побольше, конечно. Защитите меня кто-нибудь. Спасибо. Держи, хрен. Не ожидал? Ого. Серия. Давай. Ладно, пойду. Ты, я вижу, тоже спешишь. Ой. Это новая фаза. Две фазы. Здрасте. Иди нахрен. Урод. Добивай. Добивай. Ну это же другое дело, я вам скажу. Волчара позорный. Так, добивай, ты еще живет еще. Оскверненный Таро. Ладно, давай его. Сделаем больно. Хотя я ему не ему хотел сделать больно, а... Осквернению его, он-то ничего не виноват. Вот он, кстати, появился. Ого, 365 мне надавали. А тут ничего ценного больше нет. Ну тут цветок. Кстати, еще один цветок даже остался. Ладно, давай пообщаемся. Проводница духов. The
Болезнь, унесшая наших родителей, разнеслась по всей деревне. Духи леса, сопровождайте наш народ. Направляйте их на трудном пути к горному храму. Еды оставалось мало, все были напуганы. Никогда раньше я не чувствовал себя таким беспомощным. Сая хотел остаться, но я подумал, что можно пойти к Русу и попросить помощи у него. Я был так уверен, он будет знать, что делать. В лесу что-то было не так. Я никогда раньше не видел Русу таким обеспокоенным. Он отослал нас обратно в деревню, и я понял, что мы совсем одни. У Бенни и Сая остался только я. Я должен был их защищать. Ну, хоть печеньки есть. Ребята не растерялись. Поэтому они и выжили. А ты помер. Ну как помер, попал в беду, здесь все, собственно, духи. Осквернился, можно сказать. Это произошло на следующее утро. Все проблемы с горой, с горы в горном храме покрыл землю мглой. О нет, нет. Бенни, Сая, где вы? Мгла продержалась много дней, и я искал их везде, где мог. Я был их старшим братом, на мне лежала обязанность их защищать. Но этот алтарь мы видели, да? Даже теперь мне трудно себя простить. Таро. Дети знают, как глубоко ты их любил. То, что случилось в деревне, не твоя вина. Ты навсегда останешься их старшим братом, и ты им все еще нужен. Наконец-то воссоединились. Кен, прости. Мы не можем отвезти тебя к горному храму.
Все хорошо. Теперь тебе надо уйти. Можете упокоиться с миром. Сразу три духа. Три духа довели цели. Теперь вы можете упокоиться. Ну вот, и сюда пришла. Чистота. Почтите Тару, вернитесь в храм масок, чтобы почтить Тару. Маска Тару. Доступна новая шляпа для тленности. Да не надо им, хватит им. Все, это возвращение назад домой. Эту часть карты мы с вами зачистили на совесть. Я так понимаю, у нас еще будет вот эта часть карты, судя по всему, тут какая-то гора. И центральная, да? Хотя и за ней что-то еще есть. Ладно, не будем загадывать. В любом случае, мы это сделали, мы крутые. А что это за место? Можно помедитировать? Да, здесь можно помедитировать. Ох, здоровья здесь очень сильно не хватает. Боссу все крепче и крепче, вам скажу. Тут линия здоровья должна быть... Ух! Все, друзья, останавливаемся на этом месте и в следующей серии почтим память Таро в храме, где мы были, собственно. Посмотрим, тут кому-то почту надо было доставить. Я одну нашел, а часть, кстати, не нашел. Здесь, вон, смотрите, еще одна почта духов где-то зависла, одна шляпка, тлен. Ну, не знаю, где они. Это надо выискивать, на это надо тратить время, я не буду. И тут, кстати, почта духов одна тоже была. Это потом, когда я уже все пройду, буду сам для себя искать то, что не достал, или то, что не нашел. Мир огромный, исследовать его очень интересно, много всяких секретов и загадок. Боссы невероятно сложные, некоторые могут показаться, особенно вот этот Таро. Две фазы, бешеный урон, серия атак, короче, ну не знаю, как бы для игры сказки это, по-моему, серьезный босс. Это Бладборновский босс, я вам скажу. И тактика против него такая же должна быть. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мы справились, это хорошо. Здоровье чуть-чуть улучшилось. Что у нас тут открылось? Что-нибудь нет? Стрелу надо срочно купить. Я, наверное, сразу и куплю. Пятая стрела просто необходима нам в нашем деле. Давайте... Нет, давайте подождем. В храме, наверное, нам откроют четвертую ветку. Четвертую ветку откроют и четвертый значок. Посмотрим, что там за значок. Не буду пока тратить ничего. Без стрелы обходились и обживемся до этого момента тоже. Все, друзья, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедл Игровые Миры. До новых серий в Кене. Мост духов, пока.